Друзья, здравия всем. Здравия. И в кадре сейчас вы видите Марусю Ценко. Это девочка из Барнаула. Девочка, которой очень нужна помощь. Очень нужна помощь. В комментариях под видео я напишу реквизиты Маруси, а также адрес аккаунта ее мамы в Инстаграм. В этом аккаунте вы можете перепроверить реквизиты и посмотреть документы. Я прошу вас, пожалуйста, давайте распространим максимальную информацию о Марусе, информацию о ее маме, о профиле в Инстаграм, о том, что им требуется помощь. Вместе мы сила, и мы сможем помочь Марусе. Время уходит. Ребеночку, ей скоро 3 годика. К сожалению, у детей с диагнозом СМА, спинально-мышечная атрофия, очень мало времени. Мы можем не успеть. У Маруси есть на руках решение суда, согласно которому ее должны лечить. Ее лечат в государственной клинике, ставят спинразу. Спинраза, конечно, продлевает жизнь Маруси. Но зайдите в профиль мамы и посмотрите, как Маруся страдает. На это невыносимо смотреть. Это очень болезненный укол. Он ставится в спинку часто. Давайте сделаем так, чтобы Маруся не страдала. Чтобы ей только один укольчик поставили. Залгенсму. И чтобы дальше она жила счастливо. Чтобы она ходила своими ножками. Радовала мир своей улыбкой. Выросла большой здоровой девочкой.